я считаю, это беспрецедентный результат, с одной стороны, но я думаю, что и мы могли и были готовы показать хороший результат уже в переходном турнире. Но, к сожалению, жизнь распорядилась по-другому. Команда готова, команда заряжена. Хочется пожелать девчонкам, чтобы вот этот задор и застрел прошлого сезона они продолжили в наступающем сезоне. Конечно, все очень соскучились, все и по тренировочному процессу, особенно друг по другу, они первые дни наговориться не могли. Все работают с настроением, конечно же, такой простой, невынужденный, долгий, без тренировок. Очень трудно было жить эти 4 месяца на самоизоляции. Было, в принципе, сложно без команды, без поддержки, а так сами тренировались, конечно, на улице, дома. Тренер звонил, спрашивал, как у нас дела, что мы делаем. Поэтому мы всегда были под контролем. Все настроены серьезно. Будем играть, будем добиваться своих целей. И надеемся на первое место опять.